Скажите, пожалуйста, почему не закрыты диаспор мечети и будут ли они закрыты в будущем? На сегодняшний день Муфтият Республики Дагестан не поступало ни одного официального обращения от государственных структур о просьбе закрытия мечетей или прекращения джума намаза. Если будут официальные обращения, то на основе этих обращений будут соответствующие меры приняты о закрытии мечетей. Касательно пятничного дня, максимально сокращен совершенный порядок пятничной молитвы. Также всему населению будет объявлено, чтобы они воздержались максимально контактировать с людьми, в том числе, чтобы они находились дома, проводили время с семьей, чтобы они без острой необходимости дома чтобы не покидали. А также все профилактические работы проводятся. Это дезинфекция, это санитарная обработка мечети до посещения молитвы, после посещения молитвы.